Сирота – это тот, кто потерял своего попечителя, потерял отца, остался без защиты и без поддержки. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, для того, чтобы защитить беззащитного сироту, побудил к тому, чтобы относились к ним хорошо. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, в Коране говорит: «Поклоняйтесь Аллаху, не приобщая к Нему равных никого. Относитесь хорошо к родителям, проявляйте заботу к близким, а также к сиротам». Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, в данном аяте побуждает к тому, чтобы хорошо относились к этому беззащитному ребенку. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует, побуждая верующих к тому, чтобы они заботились о сиротах, чтобы они не оставляли их без защиты и без поддержки. Он сказал: «Тот, кто возьмет на обеспечение и проявит заботу над сиротой, то мы окажемся в раю вместе вот так, показав два пальца». Таким образом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, побуждает верующих к тому, чтобы они не оставляли без защиты. И он указывает на то, что он будет рядом в судный день, а именно в раю, с теми, кто проявляет заботу к этим малым и беззащитным детям. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, защищает их, несмотря на то, что даже их попечителя рядом с ними нет. Отца, который умер. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, говорит: «А те, которые поедают имущество сирот, то в их желудках разожжется огонь». Это указывает на то, что если у сироты осталось имущество после его отца, то попечителю следует расходовать это имущество должным образом. Не поедать его не по праву, а расходовать из этого имущества на сироту, если в этом есть необходимость. Забота о сиротах решает социальную проблему общества. А также попечитель сироты, тот, кто взял о нем заботу, получает у Аллаха величайшую награду. А также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, когда его спросили о черствости сердца, как избавиться от черствости сердца, тогда он сказал: «Приблизь к себе сироту, погладь его по голове и накорми бедняка». Часто люди жалуются на депрессию. Одно из лучших лекарств лечения депрессии – это проявить заботу к сироте, накормить бедняка, одеть и проявить заботу к слабым. Пусть Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, даст возможность каждому в этот благословенный месяц в свой список благих деяний добавить заботу о сиротах. И пусть Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, соберет нас всех вместе рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям.